В Кустанайской области, по данным чиновников, статус участников фонда социального медицинского страхования не подтвержден у почти 27 тысяч человек. При этом из них 414 человек изъявили желание самостоятельно оплачивать взносы. Еще 3200 человек – студенты и выехавшие граждане, статус которых должны подтвердить в госорганах. В целях актуализации статусов наемных работников, число которых составляет всего сегодня 44 человека, проводится работа по формализации. В отношении работников не по найму, у нас их 749 человек, а также занятых в личном подсобном хозяйстве, у нас на сегодня 732 осталось. Проводятся мероприятия по постановке на учет также в налоговых органах. В отношении безработных их всего у нас на сегодня 6 человек. Принимаются меры, я думаю, до конца года мы всех их зарегистрируем. Одним из способов вовлечения в систему медстрахования является уплата единого совокупного платежа. Сегодня их плательщиками в Кустанайской области стали почти 9 тысяч человек. Чиновники решили усилить пиар-кампанию будущих изменений. К примеру, стали печатать информацию о медстраховании на квитанциях по оплате коммунальных услуг. Но из 206 тысяч планируемых штук, отмечают специалисты, удалось разослать лишь 17%. По области выпущено 34,4 тысяч квитанций по коммунальным платежам с информацией по СМС. Это в Житогоринском районе, Рудном и в городе Лисаковск. Исполнение данного пункта в областном центре осложняется тем, что доставку квитанций осуществляет не коммунальное предприятие, а аутсорсинговые компании. И реализация данной услуги производится на возмездной основе. Чтобы к Новому году люди могли оплатить взносы, в 14 из 26 медорганизаций области установили терминалы для их уплаты. До конца года, по словам чиновников, такие терминалы появятся в оставшихся учреждениях. Помимо этого, прошли подготовку к работе по-новому врачи и медперсонал. Общий охват обучением составил 8,5 тысяч человек. Сейчас они проходят независимую оценку знаний нормативно-правовых актов системы обязательного социального медстрахования. Информационно-разъяснительная работа, она должна быть усилена, Соли Тулин, с 1 января. Она у нас, мы эту работу должны проводить. У нас наше население должно быть информировано. И в первую очередь, как раз вот сегодня вы говорите, листовки, баннера, эту работу мы не ослабеваем. Мы только ее усиливаем, разъясняем. И уже мы уже, наверное, будем проходить к детальному разъяснению. Это уже сейчас, этот первый месяц это покажет. Для разъяснительной работы в медорганизациях, возможно, появятся специальные консультанты из числа тех, кто прошел обучение по госпрограммам. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН.